Всем привет, ребята! Приветствую вас на своем канале. Как вы уже поняли, я уже на даче. Сегодня особо ничего делать не будем, просто заехали с дедушкой посмотреть, как дела, как что. Потому что и так вообще, в принципе, уже давно ничего не делали, потому что у нас целую неделю стояла жуткая жара. Это вот только сегодня, буквально на улице 22 градуса. И как-то можно хотя бы просто выйти на улицу и подышать воздухом, потому что до этого было просто ужасно, дышать было нечем. Ребята, погода была такая, что просто кошмар, была страшная духота, просто страшная, мы просто с ума сходили все. Потому что, как вы знаете, Питер – это город, который стоит на воде, которого вокруг везде окружает одна вода. И поэтому от такой жары у нас получается, что идет сплошное испарение, поэтому эта жара просто ужасна. И поэтому не работали мы на даче, но эта жара сама делала свое дело, так скажем. И сейчас я снова вам покажу мои любимые перчики. Смотрите, ребята, они зацвели. Так, еще один важный момент. Так, комары летают. Вот, ребят, смотрите, аккуратно сейчас вам покажу. Видите, перчики зацвели. Значит, им все хорошо, все очень нравится и все супер. Такие они большие, хорошенькие. Вот эти маленькие, которые мы самые последние с вами сажали, они тоже уже подрастают. Так что, вон, смотрите, бутонов очень-очень много. Стволы крепкие, хорошие. Так что все отлично, все, слава богу. Все, оно хорошо прижилось. Пошлите, я вам еще покажу. А, вот, кстати, смотрите, малина. Малина тоже вся отцвела. Скоро будут вот ягодки, видите, смотрите. Ягод будет много в этом году, потому что прям вообще гроздями висят, смотрите. Вот, видите? Вот. Здорово. Так, сейчас пойдемте, я вам покажу огурцы. Как хорошо начали всходить. Вот, видите, вот рядочки идут. Это наш, еще раз скажу, Саша. Огурцы, которые мы семена сажали, они очень-очень хорошо взошли. На той стороне сажали семена бабушка с дедушкой, но как-то, видите, они взошли очень редко. Ну и ладно, ничего страшного. Зато очень хорошо зашли семена ручеек. Под названием ручеек. И теперь точно знаем, что в следующем году можно будет брать эти огурцы. Вот они, видите? Вот такие. Сейчас я вам еще покажу. Помните, я говорил, что мы покупали еще и рассаду. Несколько штучек. Сейчас скажу, сколько. 6. Вот она уже такая. И даже несет свои плоды. Смотрите, ребята. Уже огурчик маленький висит. Вот здесь вон какой уже огурчик. Видите? Все очень круто. Уже плодоносит. Сейчас пойдемте посмотрим в теплицу. Кстати, вишня. Вишни тоже будет прилично. Очень-очень хорошо. Вишни будет много. Будем варить варенье. Вот. Вишни тоже достаточно. Сейчас зайдем с вами в теплицу. Так. Ну, это уже, собственно, редиска. Вон, видите, уже она такая красненькая, более-менее крупная. И у нас стали расти помидорки. Помимо того, что они вот так хорошо цветут, они уже... Даже страшно, не буду руками трогать. Вот, смотрите, как их много на одной веточке. По-моему, этот сорт балконное чудо, если я не ошибаюсь. Они такие, как черри должны быть. Вот еще помидорка висит, уже довольно-таки крупная. Вот они все цветут. Тогда с Сашей мы приезжали, пололи их, конечно, но опять трава выросла. Думаю, на этой неделе обязательно в выходные надо заняться, прополоть. Видите, помидорки висят. Все висит, все хорошо.
А вот этот самый маленький помидорчик, который мы с вами сажали, помните, самый главный я еще его назвал. Вот у него же такой хороший плотный ствол. А он прижился, все хорошо. Вообще они, в принципе, все прижились, окрепли. Все у них хорошо. Цветут и дают плоды. Вот какой-то тоже интересный сорт, не знаю, ребята, я не помню. Мы уже тут посадили все вперемешку. В общем, вот они висят-висят. А вот это помидоры, 4 штуки, бабушка с дедушкой покупали рассадой. У них тоже хорошие крепкие стволы. Тоже они здесь прижились. И вот тоже цветут, видите? Вот. Так что вот так. Потихонечку, потихонечку, помаленечку растут, приживаются, цветут. Все, ну пусть сидят. Девушка, я тут где-то видел крупную, ты пропустил редиску, слышишь? А вот с какой стороны, я не помню. Ты смотрел уже, да? А вот крупная. Вон какая, смотрите. Это... Ты сам с таких нарвал. Для меня она крупная. Ну, больше нету. Там не вырастет. Ну, вырастет. В общем, вот, ребята, вот так. Пусть растут. Сейчас пойдемте дальше по участку. Пройдем, посмотрим. Покажи, сколько у нас. Уходи. Это кому? Нам домой? Сашке. Я лук не знаю, надо, нет. Девушка, завтра целый день она будет у меня в машине лежать. С редиской-то ничего не будет. А лук лучше не надо. Ладно. Пошли посмотрим. Вот уже цветает калина. Так, цветет хорошо. Вот хрен, вот мята. Все отлично. Ладно, пойдем смотреть. Так, ребята, помните, я вам обещал показать, когда у меня зацветут пионы, я хотел показать, как они будут цвести. Они уже практически первые. У меня два сорта вроде как, насколько я знаю. Один более такой темно-бордовый, что ли, или красный, или розовый. Нет, сейчас подождите. Вроде да, они разные. Даже по листьям вроде они разные. В общем, ребята, один сорт уже отцветает, второй начинает зацветать. Где лилии, конечно, у меня сейчас там трава почти сравнялась с лилиями. Просто некогда было в связи с работой мне эту траву убрать. Ну что, этим я займусь обязательно. А сейчас вам покажу, как цветут пионы у меня. Тут на грядочке потихоньку подрастают мои любимые бархатцы. Вот, ребята, смотрите. Вот такие пионы у меня. Вот. Вот такие. Видите? Очень большие, крупные. Но они уже потихоньку начинают отцветать. Вон, видите, листочки уже падают. Так что эти уже все. Отцвели. Но запах от них, ребята, стоит вообще невероятный. Вот. Такой лысенький получился. В общем, вот они все цветут, цветут, цветут. Очень здорово. Очень красиво. Так, сейчас пойдем посмотрим другие сорта. Это вот люпины. Все знают, что они как сорняки. Вот такие, ребята, люпины. Тоже пусть сидят. Лилии вообще мама сказала, что... Ой, чуть не сел. Лилии вообще мама сказала, что эти нужно уже убирать, потому что они уже, кстати, у нас, кстати, они очень давно уже растут. И они уже... Короче, менять их надо, вот что. Либо пересаживать в другое место. Ладно, это мы подумаем, что с ними сделать. А также вот, смотрите, распускается другой сорт пионов. Как они называются, я не знаю.
Этот уже, видите, распустился. Вот какой он красивый. Какой он большой. Ребята, аромат стоит вообще просто невероятный. А также у меня цветут ирисы. Вот они какие. У меня только такого сорта. Я знаю, что бывают всякие разные. Но у меня вот такие. Вот такой он внутри. Такой вот красивый. Ну, уже тоже цветает. Ну, ладно, ничего страшного. Зато хоть показал вам, как оно все цветет. Так, пошли дальше, посмотрим. Тыква прижилась. Он дает уже нормальные листочки. Получается, у меня всего лишь 1, 2, 3, 4, 5, 6 тыкв. 6 ростков. Но плодов, я думаю, что будет нормально. Также морковка начала вылезать. А вот кабачки. 3 разных сорта. Тоже вот уже пошли хорошие листочки у кабачков. Вот. Все им хорошо здесь нравится. Ну ладно, пусть растут. Там также уже всходит укроп, хорошо всходит, свекла, салат, лук, все хорошо всходит. Вот. Но есть и печальная новость, кстати, ребята, сейчас скажу. Так, смотрите, арбузы с дынями начали уже стелиться, прижились тоже. Но пока, конечно, растут медленно. Сейчас я вам все здесь покажу. Просто общий обзор. Особо ничего здесь сегодня делать не буду. Еще я пропалю, кстати, вот тут арбуз с дыней. Беру эту мокроту, всю эту траву. И все. Вот, видите, они стелятся потихонечку. Растут. Зашел горох. Ребята, две вот таких, точнее одна нехорошая новость. Было у меня здесь 5 клубничек посажено. 5. Вот эти хорошо прижились. 4. Видите, даже он какую стрелу пустила. Хорошо эти прижились. А вот здесь была клубниченка. Она, к сожалению, не прижилась. Наверное, была то ли больная какая-то, то ли чего, в общем, непонятно. И вот помните, тоже мы с вами здесь сажали клубничку. С этой, кстати, клубнички, это клубника корона уже сорт. У этой клубники уже плод был красный-красный, яркий-яркий. Я уже его приходил, срывал. Очень вкусная, очень-очень сочная и сладкая клубника. Так что, ребята, кто будет сажать клубнику, клубника корона, я прям советую. Она действительно очень сладкая, крупная ягода и безумно вкусная. Так что не бойтесь покупать этот сорт, он вам очень-очень понравится. Собственно, вот еще, смотрите, сколько будет ягодок на ней. Хоть она еще очень-очень молодая, но ягод будет много. Так, вот это тоже ягодки дает, видите? Эти все прижились. Дальше. Вот это тоже хорошо прижилась. Вон новый росточек есть. Это тоже. Но здесь уже ягодку, наверное, дедушка съел. Ну ладно. И вот еще. Смотрите. Вот клубничка начинает краснеть. Вот. В общем, тоже хорошо она прижилась. А вот здесь в середине сидела клубничка. Вот тут вот. Уже она не прижилась. На ней висела красная ягодка, но ягодка уже подгнила. Ветки были сухие. Видимо, ребята, тоже, наверное, какая-то чем-то больная. Вот. Поэтому ничего страшного, всякое бывает. Значит, так надо. Ну, будет у нас пока столько клубники, ничего страшного. Ничего страшного.
А вот еще хочу горох вам показать. Это вот то, что давала нам сестра у Саши. Мы его сажали. В результате потом в мае как-то шел снег. Он вообще весь полностью лег, этот горох. Начал уже засыхать. Мы думали, что ну все, в общем, горох умер. Нет, ребята, произошло чудо. Мы ничего не делали с ним. Он просто сам отлежался, сам поднялся и сам пошел расти. И даже, смотрите, будут плоды горошинки. Вот камера, наверное, не передает, а вот свет оттуда светит, от солнца. И видно маленькие-маленькие точечки. Будут маленькие горошинки уже скоро. Видите, как бывает, интересно, да? Вроде вот все засохло, да, все. Ну, вроде никаких признаков жизни, что все можно срывать, убирать. А он вот так вот раз полежал, отошел, и все. Цветет и дает плоды. Вот как бывает. А клубника хорошая взяла и засохла. Как говорится, цапля чахла, цапля сохла, цапля высохла и сдохла. Вот. В этом году яблоня какая-то прям мега пушистая, ребята. Прям вообще. Смотрите. Вообще пушистая. Столько листьев. Обалдеть. Вон, будущее яблочко. Кстати, по поводу яблок. Сорт у нас, честно говоря, я не помню какой, потому что мы... Точнее, сажали еще эти яблони тогда, когда меня еще даже не было. Короче, не было меня еще. Вот. Сажали вот эти яблони. То ли на рынке на каком-то сказали одно, подсунули другое. В общем, что-то непонятно. Выросло вот такое, а на вкус оно такое кисло-сладкое, знаете. Ну, не очень. В основном мы эти яблоки используем для выпечки. Всякие пироги с яблоками, там варенье делаем, сок варим. Вот для этого. В шарлотку вот эти яблоки вообще идеально подходят. Но вот так вот сорвать с дерева, нет, оно не очень. Также прошу отметить, смотрите, у соседа. Думали, что за траву посадил, а он вон что посадил, то ли рожь, то ли что. Они очень-очень много лет, помню еще, когда я маленький был в детстве, они сажали все время сюда картоху. А в этом году, смотрю, что-то они не приезжают, ничего не делают, смотри, какая трава растет. Ну вот смотрите, вот это обычный сорняк, вот трава обычная. Ну такие же листья, ну согласитесь, а выросло, вон что. Ну молодцы. Также еще, смотрите, ребятки, вон какой жучок летает по листикам, интересно. Также у меня черноплодка, очень вкусная, тоже варим всякое варенье, и я, кстати, черноплодку использую в выпечке. Очень-очень много я ее перемешиваю, бывает даже с разными вареньями. Ну, то есть, да, не чисто черноплодка, потому что она вяжет такая немного. А я ее просто смешиваю с другим вареньем, добавляю, и получается обалденно вкусно. К сожалению, я уже как-то тут на днях, когда жара была, прибегал, но я прибегал и забыл камеру, не смог вам показать. Здесь просто все было белое, вот так вот прям все белое было. Это цветет земляника. Как вы видите, она уже отцветает, и будут маленькие ягодки, он появляется. Вот. Как-то то ли год назад мы хотели ее вырубить, что ли, не знаю, в общем, решили не вырубать, решили оставить. И вот, смотрите, в этом году просто ковром застелило. Просто все вот так застелено в землянике. Ну, хоть с клубникой не очень повезло, зато хоть, слава богу, земляника радует. Пойдем посмотрим облепиха, есть ли там ягодки, будут ли.
Что-то я смотрю, пока не вижу. А нет, будут. Не знаю, увидите ли, не увидите ли. Вот там маленькие-маленькие такие вот ягодки. Очень-очень маленькие. Давайте покажу еще вот тут вот. Вот висит. Маленькая-маленькая. Сейчас пальцем попробую показать. Вот здесь. Маленькая-маленькая висит. Отлично. Облепихом будет. Вот, облепихом будет. Так что вот так, ребятки. Сегодня такой обзорный влог. Потому что оно все, ребята, само растет. Здесь мы, кстати, косили косой траву. Недавно, на днях. Смотрите. Уже выросло. Снова надо будет косить. Так что сейчас я быстренько пропалю дыни с арбузами. Так как у нас сейчас на улице вечером уже довольно-таки прохладно, будем закрывать и теплицы все вот эти на ночь, утром открывать. Потому что жара у нас стояла такая, что у нас ночью было 22-23 градуса. Поэтому мы ночью не закрывали теплицы, вот, а закрывали их только тогда, когда градусов 14 ночью. Вот. Поэтому, ребята, сегодня придется, наверное, все это закрыть. Тоже яблонька. А с маленькими яблочками. Слива, кстати, тоже. Смотрите, пойдемте поближе подойдем. Покажу, постараюсь. Слива. Вот слива. Вон, видите? Вот. Слива. Сливы почему-то у нас каждый год всегда очень много. Она очень хорошо плодоносит вот это вот. Именно вот это дерево. Вот эта слива темная, а вот это желтая. Но желтый почему-то всегда мало. Не знаю, почему, с чем это связано. В основном вот плодоносит очень хорошо вот это. Ну, посмотрим. В общем, вот так, мои хорошие. Смородина, смотрите, какая крупная. О. У нас тут всякие сорта, и черная, и красная, даже белая есть. Вот. Ежевика, не знаю, вроде пока не цветет. Не знаю, почему, будут ли опять ягоды. Может, тоже какой-то куст продали под видом ежевики. Либо она еще очень молодая, ребята. Либо она еще очень молодая. Хотя как хотелось бы, конечно, чтобы ежевичка была. Вот, ну не знаю, посмотрим. А хотя. Ой. Смотрите. Цветет. Ежевика цветет, ребята. И вон бутоны будут. Слушайте, на первый год начинает цвести. И вот здесь бутончики маленькие. Вот здесь вот бутончики. Слушайте, вроде прижил. Ух ты! И вот здесь. Слушайте, она везде, везде маленькие бутончики. Зацветет, зацветет, зацветет. Так что вот так. Я очень рад, что ежевичка зацветет. Наконец-то. Видимо, может быть, действительно была она очень молоденькая. Ребята, кто занимается дачей, напишите, пожалуйста, если у кого-то есть ежевика или кто-то сажал ее очень молодой. Может быть, вы знаете, что, может быть, действительно это нормально, что вот она сначала такая молоденькая, а потом начинает цвести, расти и давать плоды. Напишите, пожалуйста, обязательно, потому что очень интересно, так оно должно быть или не так. Ну, раз уж она зацвела, значит, должны быть какие-то ягодки, правильно? Вот. Поэтому вот так. На сегодня, я думаю, что все. Все мы с вами посмотрели, все растет, все развивается. Пусть растет дальше. Дождей пока нет, придется что-то сейчас полить, что-то не нужно будет полить. Морковь, еще раз напоминаю, не поливаем. Морковь поливает только дождь. Вот. Все, в принципе. Астер тут бабушкин, то, что насажала, тоже прижились. Все нормально. Все хорошо.
все. Пока.